Сокар Полимер планирует начать выпуск первой продукции уже в 2018 году. Об этом CBC заявил генеральный директор завода Фарид Джафаров. По его словам, процесс производства будет запущен сразу после того, как итальянская инжиниринговая компания Техниман выполнит обязательства по пусконакладочным работам. Установка полипропилена у нас войдет в эксплуатацию уже. Обязательство Техниманта нам ее передать в эксплуатационном состоянии. Это первый квартал 2018 года. Установка полиэтилена высокой плотности – это конец 3 августа 2018 года. То есть в 2018 году обе установки уже будут на проектной мощности работать. Пусконаладочные работы у нас по полипропилену начинаются уже в 2017 году. То есть первую продукцию в процессе пусконаладки мы в 2017 году увидим. Напомним, 5 февраля этого года госнефтекомпания Азербайджана «Сокар» подписала соглашение с итальянской компанией «Мэйр Техниманд» на строительство завода по производству полиэтилена. Стоимость контракта составляет 180 миллионов долларов. Итальянская компания предоставит технические услуги, монтажные работы до ввода проекта в эксплуатацию. Ежегодная мощность «Сокар Полимер» составит 180 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена конкурентной продукции мирового качества. 30% продукции будет рассчитано на внутреннее потребление, 70% отправлено на экспорт. Время окупаемости завода составит 5 лет и 7 месяцев.